праздник силы духа и тела. На татами вышли десятки тренеров с разных регионов России. Для них поединок – это история преодоления и самосовершенствования. Кёкусинкай – стиль карате, основанный мастером Масатацу Аямы в 50-х годах прошлого века в Японии, затмил традиционные боевые искусства более техничным и жестким видом спорта. Его особенность заключается в том, что бой ведется с полным контактом, без защитного снаряжения. На спортсмене лишь доги – кимоно. То есть у нас есть несколько направлений. Есть техническое направление, когда мы учим ката, то есть это как и соревновательная дисциплина, и как средство физического воспитания. Есть кумите, это парное взаимодействие, бои. И еще есть направление такое, как оружие, старинное окинавское оружие, традиционное. Каждое из направлений спортсмены будут практиковать в течение 3 дней. Именно через усиленные тренировки лежит путь от ученика с белым поясом до мастера с черным. Ценности школы строятся на уважении к сопернику, а сила духа превосходит грубую физическую силу. Летний тренировочный сбор по кёкусинкай проходит в Ульяновске впервые. Мы каждый год ездим на школу в разные города, но особенно приятно, когда она дома. И хорошо, что мы сможем дома получить навыки, которые постоянно мы стараемся обновлять. 3 дня будет достаточно обширная программа. Значит, будет проходить две тренировки спортивных, каждые по 3 часа. Семинар РУСАДА, судейские семинары, семинары врача спортивной федерации. То есть достаточно насыщенно. Детский блок будет достаточно большой. Программа сборов завершится экзаменом на ДАН, повышением квалификации до черного пояса. Летняя школа в этом году стала еще одним шагом к популяризации кёкусинкай в России. Сейчас в регионе этим видом карате занимается больше 3500 спортсменов. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.